Тихий дом. Здравствуйте, а можно спросить? Мы из Саратова, туристы, а можно фотографию корабля сделать? Ну, как с берега. На палубе. Хорошо, благодарим. Все. Только с берега. Что я камеры снимаю. Он в нее посмотрел. Тихий дом. Ой, тихий дом, тихий дом. Сохранение коммерческой тайны. Ну, я знаю. Изнутри, снаружи. Мы когда зашли в сувенирный магазин, я же чуть-чуть поснимал камерой. Да? Хотя там надпись была эта. Собакам мороженое, с камерами нельзя. Один есть плюс у экшена. Нет, их много плюсов у такой камеры. Люди сначала не понимают, что это такое. А когда не понимают, уже все снято. Уже все, да. Уже поздняк. Метаться. Набережная реально длиннейшая. Это целая улица. Сплошная набережная. Классно. А в этот, да как он, колокольчик позвонить. Пам-пам-пам и убежать. Ага. Убежать. Какой колокольчик? Вон тот. Ой, это не колокол, что ли? Висит, это фонарик. Ну что, как Дарья Сергеевна впечатление? Хорошо. Нормалек, не хромай только, держись, держись, родная. Давайте, пойдемте. Сердце нам надо. Да хорош. Хорош. Да хорош. Там. До него еще долго идти? Походу, да. Оно вообще здесь есть? Есть, было, помню, точно. О, ой, купание коня, прикинь. Ага. Купание с конем. Ой. Глянь, тут даже... Опасно, опасно, опасно.